на конкурс «Дети читают стихи». Исполняет Калашников Павел и Чуляев Андрей, 14 лет. Покрова пригородная школа Тамбовского района Тамбовской области. Отрывок из поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского. Вот сижу я, значит, братцы, под покровом темноты. Слышу шорох, вижу, братцы, немец лезет, ну а ты? Ну а я, конечно, делом, притаился меж совсем. Белый снег, и я весь белым, жду бандита. Ну а он ползет по лесу. Только вижу я, браты, много в том фашисте весу, как бугают. Ну а ты? Ну а я по весу муха, как полеешь на рожон. Ах ты, думаю, поруха, как с ним сладить. Ну а он все ближе, ближе. Только вижу я, браты, брюхом он лежит на лыже, снег глубокий. Ну а ты? Ну а я решил прямо взять живым его должен. Автомат наставил прямо, будь что будет. Ну а он совсем уж рядом, норовит двинуть кусты. Водит, вижу, волчьим взглядом, подползает. Ну а ты? Тут меня я осенило, взял я в бок одним прыжком и на фрица, на верзилу, прямо с маху сел верхом. Хальт кричу, ничего стреляю, ходу чертова душа, и к затылку представляю свой заветный ППШ. Ну а он, куда ж деваться, подчинился мне подлец, и повез меня он, братцы, как хороший жеребец. Ох уж утром было смеху, из лесочка под уклон. Так на плен я и въехал в свой гвардейский батальон.